Всем привет, с вами хобби-центр Лавка Орка, и сегодня мы с вами поговорим о том, что же такое игры с миниатюрами. Если вы этого не знали, то это видео точно для вас. Итак, игры с миниатюрами – это полноценное хобби, сочетающее в себе: первое – сборку и коллекционирование моделей, второе – художественный покрас, три – тактические сражения на вот такой игровой карте. А теперь обо всем этом поподробнее. Существует множество игровых вселенных, позволяющих почувствовать себя в роли командующего войсками на поле боя. За вами остается лишь выбрать ту, что ближе вам по своему визуальному ряду. Космическая фантастика, эпическая фэнтези, альтернативная военная история, sci-fi и еще множество других. Выбрав понравившуюся вам игровую вселенную, вам необходимо собрать свои первые боевые единицы. Для этого приобретаются специальные наборы, позволяющие с помощью кусачек и клея собрать и склеить миниатюры будущих бойцов и техники. Теперь пришло время вдохнуть в жизнь в пластиковые миниатюры с помощью краски. Существует множество техник покраски для новичков, с помощью которых вы быстро придаете своей армии неповторимый стиль и колорит. Миниатюры собраны и покрашены? Тогда пришло время опробовать себя в бою. Найдите ближайший клуб, там вы наверняка найдете себе единомышленников. Позже вам понадобится книга правил для соответствующей игры, чтобы разобраться со всеми нюансами. А также, естественно, вам понадобятся игровые кубики и измерительная рулетка. Из большого многообразия игр с миниатюрами мы хотели бы вкратце рассказать про следующие из них. Warhammer 40,000 – это суровое космическое будущее 40-го тысячелетия. Перед вами тяжелый выбор – привести империю человечества к триумфу и процветанию, или же ввергнуть весь существующий миропорядок в хаос и неразбериху. Эра Сигмара – фэнтези-мир, в котором не прекращаются войны между бесконечно враждующими расами людей, орков, эльфов и гномов, а также многих других. Вселенная эпических сражений и магии. В мире DAST 1947 Вторая мировая так и не закончилась и длится вплоть до 1947 года. На поле сражений вышли боевые шагатели, а миру угрожают чудовищные порождения, вышедшие из произведений Лавкрафта. Infinity — это sci-fi вселенная с элементами киберпанка. Небольшие боевые группы выполняют спецоперации, пытаясь привести свою фракцию к победе. Это был краткий обзор игр с миниатюрами от хобби-центра Лавка Орка. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии. До новых встреч!